Итак, мы поехали новой дороге, она называется Сочи. А раньше это Гагра была, наверное. Мы раньше по Гагре ехали, вот здесь, справа. Смотрите, как красиво, опять же, горы, ребятишки. Все это справа. Мы на чистой машине. Я не успел снять, очень быстро залюбовался видом красивым нашей машины. Сейчас вид красивый гор, который... Новая дорога, мы для себя ее открываем. Горы, Сочи. Уезжаем, Сочи настигает. Вот она, фура пошла на обгон. Море, там море, тут же фура. Она зажимает нас, давай, мы едем. Это 23-й Краснодар, поехали. Это другая, похоже. Мы объезжаем. Мы Гагру объезжаем, похоже, поверху, Михаил. Вот она в чем. Мы совсем по-другому все делаем. Давай, вон они, давай! Снимай их, 93-й регион. Снимай их, вон они. Все. Это Гагра, фонари включили. Жизнь начинается, налаживается. Мы из... С местного окна все это фотографируем, записываем. Но это я, ваш корреспондент томский, вечерних новостей под пивко. Вечерние новости под пивко с желтым полосатиком Иван Кабачков. А это наш неутомимый, вездесущий водитель. Водитель Михаил Алимджан. Всем пока. Экстренный выпуск. Вечерняя закатная Гагра. Смотрим туда, если видно. Если видно. Море сверху, блин, не видно, до этого так отлично было видно. Я не выключаю этот... Завтра покажем, обязательно остановимся, проедем. Но, может, сейчас еще нам показаться, но море, море небо и небо море. Смотрим, вообще красиво, вид был очень вертикальный вид, вот так, типа такого туда. Ай, да красотень! Вот это мы Гагру обижаем поверху. Не знаю, видно что-нибудь? Что-то видно. Вон бетон заливает немножко. Но опять же мельком. Вот здесь, наверное, бы, если остановиться, то мы бы все увидели. Все. Все. Ну тут носится, тут местные просто. Такое ощущение, что мы на взлетную полосу заехали. Это аэродром Гагра. Кто-нибудь слышал такое? Вот оно, смотрите. Вот оно, красиво-то как. Обалдеть. Обалдеть. Видите? Красиво-то как. Ох, ну ничего не видно, только море. А вообще, самовздоровское. Здоровское, закат. Закат обалденный. Обалденный закат. Вон они горы. Вот они, вот оно. А вот оно, вот оно! Красотуля! Красотуля засосуля! Вон он там, фишт! Вот там вдалеке фишт! Вон он! Дайте мне фишт! Никто мне уже ничего не даст! Никто мне ничего уже не покажет! А вообще вот она, красиво как. Красиво, дорога вперед, горы, скоростная. Тут же Михаил, дети. Все здорово, вон она. Нам туда и надо было. Уходи на пол. Сейчас. Мы далеко можем уехать. А, ну там, где будем соединяться, тоннель. Сейчас будет тоннель. Вот сейчас будет тоннель. И гаишники. Мы едем по тоннелю. Мы, наверное, заблудились. И вот сейчас едем по тоннелю прямо. Точно это объездная дорога, Миша, которая была в Гагру, только в другую сторону. Да, это тоннель. Вы видите, мы едем, сопровождаемся всякими фурами, поворачиваем, все работает. Свежо, страшно. Страшно, как будто Армагеддон. Но это всего лишь один тоннель, переходящий в другой. Смотрим. Вот оно.
И новая, новая завывающая, завывающая красота. Горы, это просто. Мы под землей. Сырость, влажность. Мы объехали Гагру. Ничего страшного, скоро мы поедем по другой дороге и увидим. Смотрите, а это сейчас, это Михаил опять. И опять тоннель. Сколько километров, не знаю, мы по ней ни разу не ехали. Вот она, Михаил, объездная дорога, которая нам ввела твой навигатор. Вот она. Что там, есть конец и край? Есть. Край есть? Скоро приедем. Ладно, прощаемся. Прощаемся, будем искать свою дорогу в свой отель. У нас в запасе час. Час 38. 25 в туннеле температура. Море 27. А мы едем все по тоннелю. Все. Пока. Пока. Мы приехали в Гагрипш. Вы это видите? Вон написано. Гагрипш. Туда дорога на Сочи, на Псоу. У нас пока красный. 3, 2, 1. Зеленый. Поехали. Сейчас мы поехали. Поехали. У меня стрелка зеленая. Ну, чурка без поворачивания. Да, я, конечно, я просто говорю. Я дрифтанул бы, мы бы кругом завертелись. Но. Все, мы сейчас возвращаемся к Гагру. Это у нас Гагрипш, населенный пункт. Тоже море здесь черное у них. Они вот гуляют. Это похоже на старую Гагру. Все эти колонны, все эти пальмы, это санатории, при которых отдыхали в советское время труженики, заслуженные труженики, полит Центрального комитета ЦК КПСС, политбюро и все ФСБшники. Мы себя их тоже чувствуем как неплохо, тоже чувствуем как разведчики, наверное. Вот оно старое, все старое. Вон, он пальцем показывал. Некрасиво показывать пальцем. Дети, запомните, никогда не показывайте, когда мужик шел. Пальцем показывал. Не, просто рассказывал. Ну, мы же с тобой это. Те еще репортеры. Давай, вот он, Томшин. Поехал. Этот был Томшин. А вот это новая гостиница. Новая гостиница. Балконами. Без балконов. Жилье, стоянка. Гагрипш. Слушай, мы с тобой тут гуляли. Она не слышит. Не, сюда бы не дошли. Очень далеко. Вот. Далеко дошли. Я понимаю, но до сюда. Был капитальный. До колоннад дошли? Полукруглая такая была. Да, мы прошли. Ага. Но это еще не оно. Ну, значит, молодцы. Да, мы тут были, вот тут мы сели на дальше. Молодцы. Прошли, хорошо. Что здесь такое, я так и не понял. Вот это? Вот, забор. Это частная территория. Может, тоже санаторий? Да. Санаторий с камерами, смотри. Может, резиденция какая-нибудь у этого президента, еще кого-нибудь. Это сейчас резиденция, смотри, посмотри. Да. Туда идет до конца. А, там и забор был. Ну, давай мы с этого посмотрим. С гугля? Мы можем с гугла посмотреть. Мы это зайдем, посмотрим. Да. А, ну да, это мы вот, это наша уже стоянка. Ну да, вон он, мы проходили, все, мы здесь были. Мы же здесь где-то ходим. Все вместе, а стилка мы туда дальше выходили. Вот оно. Красиво. Красиво, 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 все красиво. Ладно, прощаемся. Здесь мы уже были. Это наш район. Здесь мы море. Хозяева своей жизни. Вон море вечернее. Видите? Красиво. Море. Солнышко. Народ гуляет, все продается, аптеки, наши любимые аптеки. Вот сюда мы уходим направо. Вот сюда направо уходим загорать. Тут загораем. Сейчас мы на чистой машине подъезжаем. Вот сюда мы уходим загорать. Вот. Сейчас мы на чистой машине возвращаемся домой, в нашу Арста. Все, пока. До следующих репортажей. Шлите деньги.